Здравствуйте. Калашников против Фестул в эфире и рубрика «Практический совет». Значит, нарезаю я заготовки на ящики. Значит, у меня три размера. Один – это длина кулисы, 550 мм, вот он. И, в общем-то, можно было бы обойтись одним флипстопом. Я их 4 себе взял. Но у меня с половинками идут. А перестраивать на половинку, ну, 100% где-то будет не то. Поэтому у меня здесь еще один размер с половинкой. У меня два размера ящиков всего. И тут то же самое с половинкой. В общем, получается, что я там нарезал полоски вот такие вот, да? И потом шинкую. Смотрю, сколько у меня выходит. То есть, какой длины. И работаю любым из размеров, да? То есть, конечно, 3 флипстопа, а 4 это как бы по нынешним временам не очень дешевая вещь, но если работаем на потоке, то это имеет смысл. Качество и скорость, ну, возрастает многократно. Поэтому советую все-таки некоторое количество больше, чем один иметь. Вот конкретно, да, в таких операциях. Вот, ну, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.